Сегодня 25 апреля, понедельник. А по понедельникам провал закрыт. Итак, что хочу сказать по поводу провала. Я там бывал несколько лет назад, и первый раз меня уже не впечатлил, когда его посещал. А побывал здесь на днях и совсем разочаровался. Даже снимать не стал. Оставил на последний день, только не учел, что это будет понедельник. Вот у меня только один вопрос. Зачем закрывают раз в неделю по понедельникам провал? Если там внутри решетка, ну, которая, понятное дело, по технике безопасности там стоит, но она вся заляпана птичьим пометом. А решетка обзору мешает очень сильно на том пятачке, который там есть. Плюс эта маленькая лужица, озерца, там плавает мусор. И еще там установлена икона к дополнению всему этому. Тогда уж лучше, как Остап Бендер брал, лучше брать плату за вход, тем самым там навести порядок, облагородить это дело. Кстати, в старом советском фильме, где Остап Бендер брал за вход провал, снимался не там, а у Лермонтовского грота, который находится в Эммануэлевском парке. Ну, куда же я сейчас направляюсь? А вот за Пироговскими ваннами находятся сероводородные ванны. Или как еще их называют, бесстыжие ванны. Вот там дальше начинается Эммануэлевский парк. А я сейчас спущусь к бесстыжим ваннам, схожу туда, вон, прогуляюсь вниз. Погода ясная, но дымка. В холодных никто не купается. Ну что, заходим в Эммануэлевский парк со стороны провала. Пойдемте сразу Лермонтовский грот посмотрим. Он там находится. В самом низу, справа он там. А вот он и Лермонтовский грот.
Да, фильмы отсюда много, наверное, выходило. Но они здесь набились, поместились как-то. Если получится, найду, ставлю. Называемый провал считался достопримечательностью Пятигорска. Это, кажется, было единственное место, куда отдыхающие могли попасть бесплатно. Остап решил исправить такое досадное упущение. Граждане, приобретайте билеты на вход в провал! Вход 10 копеек, детям 5 копеек! Приобретайте билеты! Детям 5 копеек, членам профсоюза 10 копеек. Не членам профсоюза. В очередь встаньте. Не членам профсоюза 30 копеек. Почем билеты? Членам профсоюза 10 копеек. Но так как представители милиции могут быть приравнены к детям, то с вас по 5 копеек. Дайте нам 10 билетов. Скажите, с какой целью берется плата? С целью капитального ремонта провала, чтобы не слишком проваливался. Заходите, прошу вас, осматривайте. Прошу, пожалуйста. Там наверху, где музыка играет, это эола арфа. Когда-то там стоял механизм, и от ветра издавали звуки. Потом поставили динамики, которые сейчас молчат. И сейчас там играют музыканты. А мне так это не айс. Спасибо, красавица. И тебе, красавица, спасибо. Правда, так они меня здесь не вперлись вообще. Новый парк с лавочками, со скульптурами новыми. Вот я уже прилично ушел, а Анна с музыкой все орет. Локацию нашел. Даже не помечено здесь на карте, если не ошибаюсь. Просто прошелся через верх, пустился здесь по тропинке. Побежали в центральную питьевую галерею. Сейчас будет перерыв, и я в нее не попаду. Больше мне тут водичка нравилась, красноармейская, прикольная минералочка. Вот самый источник.
такие. И все это парк Цветник и Лермская галерея. Тут прям рядом город Дианы. Теперь пойдем наверх. Гора Машук, наверху телевышка, верхняя станция Канатки. А это у нас Эоло Арф. Все, спускаемся вниз, навестим еще кису Воробьянинова, и хорош. Китайская беседочка. Мечтал вдалеке. Внизу цветник. Кису Воробьянинова обступили. Правильно. Монеток нету. За границей нам поможет.